Дорогие сибиряки, ковид смешал наши планы, но не изменил нашего настроения. И наш семинар, который планировался в июне, переносится на сентябрь. Семинар в Иркутске. И я очень жду встречи с вами. У нас планируется 2 дня семинара. Первый называется «Ретинированные клыки». Это один из любимых моих семинаров. Мы поговорим о том, как идет строение, развитие ребенка и надо ли вмешиваться в раннем периоде, или мы становимся провокаторами ретенции клыков. Мы поговорим о возможностях автопрорезывания и как же сделать доступ и создать правильную тягу, чтобы клык все-таки встал в зубной ряд. Поговорим о методике ВИСТА. Этот семинар будет интересен не только ортодонтам. Уважаемые коллеги, приглашайте своих друзей-хирургов, и это очень важно, когда у нас есть классная команда, и мы можем работать с хирургами в одном направлении, понимая друг друга. В конце нашего семинара мы устроим опять круглый стол. Вы помните наш круглый стол, который мы устраивали зимой, когда мы засиделись до самого вечера и не могли оторваться друг от друга? Так вот, приносите свои клинические случаи, модели, фотографии, КТ, и мы будем разбирать случаи с ретинированными клыками. Второй день нашего семинара посвящен дистальной окклюзии. Казалось бы, избитая тема, но я систематизировала свои знания, свой опыт. Мы поговорим и разберем этиологию, как мы можем бороться с причинами этой патологии, по возрастам, какие аппараты мы можем применять. И я считаю, одной из жемчужин этого семинара является обсуждение одностороннего второго класса. Расскажу вам секреты диагностики и, соответственно, лечения этого второго класса. Я приготовила вам сюрприз. Настолько была впечатлена Байкалом зимним, зимней сказкой, что мне захотелось увидеть летний, ну или осенний Байкал, и я пригласила своих коллег. 2 московских ортодонта едут со мной в путешествие по Байкалу, и, конечно же, я их пригласила на наш семинар. И в конце второго дня мы планируем устроить для вас сюрприз, такой некий семинар автопати. На нем мы поговорим о важнейшей теме лояльности пациентов. Как стать для пациентов любимым доктором? Как сделать так, чтобы пациент был доволен, чтобы он стал рекомендовать вас, вы получили целый поток пациентов. Как получить восхищенного пациента? Это будет круто. Я жду встречи с вами.